Так, средние века, небольшая деревенька. Там идет охота на ведьму. Ведьму наконец поймали, но младший инквизитор обращается к старшему. Святой отец, что нам с ней делать? Сжечь ведьму. Святой отец, она ведь красивая. Хорошо, но потом все равно сжечь. Штирлиц залез, полез на дерево, кабане, за банами. Но сорвался и упал вниз. К счастью, он сцепился чудом за сук. К вечеру чудо опухло и мешало ходить. Но сукам это понравилось. Значит, двое ролевиков встречаются в игре. Один у одного такой классный здоровенный меч. Второй не спрашивает: слушай, откуда это такой меч? А понимаешь, у меня был квест, мне принцесса эльфов дала. О, блин, здорово, идет тебе. А меч-то откуда взял?